Послушай, мотивация – это потерянный концепт, который не имеет ничего общего с реальностью. И знаешь, во что я лично верю? Это дисциплина и мужественность. Знаешь, чем характеризуются эти две вещи? Это возможность выполнять тяжелую работу, особенно тогда, когда ты этого не хочешь. Посмотри, сейчас идет война, люди идут погибать, идут убивать. И как бы я против не был этого, как бы... Я не хотел бы, чтобы это происходило, но мужчины понимают, что они должны защищать свои семьи, должны это делать. И идут и погибают, несмотря на то, что, поверь мне, не хотят этого делать. И я не хочу приводить этот пример, но я уже не знаю, как донести до тебя то, что ты не должен чувствовать себя хорошо для того, чтобы работать, для того, чтобы тренироваться. Ты должен это делать. Это вот то, что отличает мужчину взрослого от маленькой плачущей девочки, когда он идет и работает. Знает, что должен, и несмотря на то, что не хочет, делает. Единственный вид людей, который может себе позволить не работать тяжело, это красивые девушки. Ты некрасивая девушка, и я некрасивая девушка. Мы не можем себе позволить просто не идти на тренировку, потому что мы не хотим. Мы должны работать, мы должны показывать мужественность и становиться мужчинами. У тебя есть буквально обязанность перед своими предками становиться лучшим мужчиной, которым ты только можешь стать. И ты должен начать с этого. Работай тяжело, особенно тогда, когда ты этого не хочешь.